Ой, ты защитника с обычки уже разролил или что? Ну, обычный защитник. Подкинешь? Да, надо. На боговой, да. Секунду. Еще разок. Я обычнее посмотри там с этого сука. Я же сказал, пойду закрою дверь. Что ты делаешь? Давай за контроль кого-нибудь. Есть. Пизда. Чайник.
Вот я отойду на 2 минуты. Рыбку поставил. Рыба. Где она, блядь? А. Там каску, смазку, ласку. Давайте, блядь, вот что там, куда мне? Глупые смертные, думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Оксана, был досадным недоразумением. Сила смерти позволит Хонору свершить отмещение. Ой, там, короче, кто-то поругал мои шарики, блядь. Какой-то пидор. Ударом. Без разницы. Кинетика далеко. Два, подбей. Господи, это там вот так что?
Вар вообще заебался за рейд. Бисовая эпоха, 77 хп. Сам побежал. Командир сам побежал. Там только тактик остался. Дал. Я сдохну, сука. Кто у ретриков есть БЗ и таунты? Лев небес. Не знаю, блядь, я пользуюсь, нахуй. Смотри, вот если танк заходит в центр, где вот Филиппец стоит. Ой, значит, больше день не бывает. По кругу он не может в центр зайти. Уже удобнее пить. Ой. Ой, ты собираешь еще бочки где, не? Бля, я хотел попасть в обычку, но тут была Гера, думаю, ладно, пойдем в Геру, так уж и быть. Жив с машиной лестницы. Вот и инту. Прота. Секунду, подожди. Да ну, прота, бафни по себе. Нет, подожди, дай похаву тут. Хавку делал свою отдал. Там крест можно бафнуть по магам, там по-моему. Thank you.
А как вы их, ну, сука, ловите, блядь? Тут. Там щит. Ну что, давай просто. Но мы ведь так хорошо. Кто там? То же самое, что вчера, блядь. О, дай мне это, дай мне обычный токен. Колчик не забудь. Ну, я то в гильдии РМЗС, але я піду вторую РС, ой, ЦЛК. Ну да, я щас лучат, але я є в гильдии РМЗС. Так чо ти не в гильдии? Ти сам.
Давай, вливай, эти пазики, да. Плюс они в этот в чат. Я вообще не понимаю, что это за хуйня, почему люди, блядь, ну, не заводят всех персов в гильдии, блядь. Вот у меня, блядь, паладин, вот единый персонаж, на котором, сука, висит банк, и я его не завожу в гильдию, блядь. Единственный. Сержик, давай, ливай, гильдии ты, я тебе пати кидаю, ливай. Или он просто вступил в гильдию, сначала хотел посмотреть, а потом подумать и решить, вступать ли всеми перцами или ливать. Просто слабачки и все. Поэтому надо, чтобы люди поводили своих персонажей в гильдию, блядь, и не выёбывались. Готов сам стать таким примером, блядь. Саглите, пожалуйста, вторую пачку. Не матюкайся. Он пиздец, он забагался нахуй, это все пиздец. Ну, надо писать гмам этим ебаным. А вот побежал. Все, побежал, ебак. Не было не матюкаться. Так он сюда стоит на первом трэше. Нет, он всегда, он, типа, когда начинаешь бить трэш, он сразу врывался. Значит, надо матюкаться. Блин, сука. Блядь, меня опять убили, ну вот как я тут не матюкаться? Это... А ты смотри, я один раз бит кастану. Так вы бейте, блядь. Сука. Не матюкайся, бо писюн стану. Меньше. Мне не страшно. Материста ходил, он на отхуярив. Он кто на трэше пока что вообще меньше становится. Вот, да. Кто умер, кто так, я же понял друида, блядь, который должен вступить в гильдию, блядь. Я его запомнил, блядь, на раз-два, нахуй. Я его попросил ливнуть, но он не ливает, потому что, не знаю, игнорирует меня. Он типа в ВК отошел, но я ему скажу сейчас, он же по-любому придет. Сейчас у него еще скрин персонажа попрошу. То... Какой-то там цыганской гильдии состоит. Этого орального. Блять, правильный, блядь. Цыганской. У меня вот хуй знает, вот хочу быть клиента, который скачал, блядь, ну заебись работает. Может потому что кто-то дома мало. Но не лагает так жестко, как на старом клиенте. Чистый клиент, он без кэша, поэтому быстрее работает. Кэш можно почистить, и на работоспособности никак не связывается. Все. Этот самый, слышишь, Кирилл?
Короче, если ты еще поменяешь себе компьютер, поставишь хорошую видеокарту, он вообще лагать перестанет. Так у меня нормальный комп. В чем ты такой? Чистый кэш. Подписи не стоять не буде. Чистый кэш. Компьютер треба купить за 100 тысяч долларов, то он не будет лагать. Ты тогда этот самый возьми нахуй, удали Вов и установи его и пропачь его сам. Да и все. А проще удалить нахуй Вов, блять, и забыть про нее, блядь. А чё бы не пиду? Дайте каску магам. Він казав, що є по мені передасть. О, це добре. На китайском ебать. Це почалося з того, коли я збив Каноба. Давай, паті. Може бути. Ти прав. Крок. Я стануся тут і сообщу Тиріону о наших успехах. Я вже жду, не дождусь, коли во Львов з'їжджу, блядь. Войд, 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 я отойду на мінус 15-20. Ладно, я просто... Я говорю на русском, я думаю на русском. То, что ты говорил на украинском, это смешинка такая была. Я так не общаюсь на украинском языке. Коли я народився, я тоді ще не думав, на якому язиці буду, на якій мові. Не знаю, вони, мабуть, не говорили. Вони зі мною не говорили. Бля, отак та старий ну, русский, же он же похож, прям, можна сказати, один в один, для українські, нахуй. От усі, не знаю, що чоловіка так послушається, ну, так похож. Просто старий русский, блядь, вже забили люди, нахуй, на українському що говорять. Давайте, блядь, бафы. Вот так песни стоять не будут. Тести, блядь, волю, пизды её. Тут, сори. Филипца ДЦ есть, смотри. Не стану. Не. Хотя ладно. Крест по престам, дайте. А кому он какинуть, блядь? Интеллект дайте. Баланар, интеллект. Лайра, I'm sorry. Отдал тебе интеллект? Медленно. Извини.
под давлением пиздуй, сука. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Ой, почитай ПМ. Я пока не могу прочитать это заклинание. Смотри, здесь все свои. Там, кидай ловушку под жирных. Прошу тебя. Сержик, подыми Баланара, гласискаем, сори. Курю газету, а кто уголы, если будет время. Да. Диспельте болезни с рейда, ёбана в рот. Сука, материшься по-русски. Это ласка, диспель с людей хворобы. Дайте каску, Павел. Магом каску дайте, пожалуйста. Он думает на русском, а злится... Точнее, думает на украинском, а злится на русском. Понимаю. Молодец. Хаба, кидай ловушку. Бог тебя просить можно. Петухи ползут. Да, боярышник покупает на русском. Сука, это ловушка, пизда ебаная, с ума нас взорвала. А сука, я в ней сяду сейчас, бля. Дурник. Кто зальет мне ману по-братски? Бля, стакиха проебу. Хули 17 стаков, блядь. Матка стоит добавить. Да залейте маны магу, блядь.
колени справа много убейте. Дайте гимн на маны кто-то. Да. Предлагаю Хамду дать ГП за то, что не кидает ловушки. Блядь, со стрельбом ебашит разгром. Ну, блядь. Пиздюк зеленую тучу захилил. Спасибо, Антия. Биби свои шмотки на танк бы упала. Что бисовые? Для протопала говоришь? Да, другое есть уже, сука. Я не то нажал, да. Какая в хуйня. Блять, когда нарыть. Хоть прыгай, я словлю. Что-что? Да. Ебалом пол размажем. Я говорил, пославлю. Ну ты понял, да? Дайте, пожалуйста, бафу, ребята. Я типа поймал, понял. Лимошку не сумоньте. Ладно, поставьте шкаф, сумоните, а то он год будет бежать. Тащи, блин, делать. Дайте каску магам, пожалуйста. Умоляю. Ладно, я пока отойду. Быстренько. Спасибочка. Сало было проклято, блядь. Ой, лол. Киньте там бафы какие-нибудь на ходу.
Перестабав лапу. Пала баб. Слава, тут? Куда ты, Пал, побежал? Может, пойдем лучше этого? Халеона, может, конем? Ну, что тут? Ну, Халеона. Ну, Халеона, в городской стране. Этот, Сержик, слышишь? А почему у тебя друид не в гильдии? Ромается нас. Это кому, мне? Ну, друид, я не знаю, кто это. Ты не ты. Я на данный тебе баров не сделаю. Ну, а почему? Меньше у вас. Ну, тогда заводи всех остальных твинков в гильдию. У нас в гильдии должны быть все твинки. Учились наконец-то. Я вот на ту могу даже банк скинуть на другого твина и перевести твина в гильдию. Ладос, который белен. Малахитовую петлю ставишь, камень 30 к выносливости. Если хочешь быть много хп. Пожалуйста. Ничего себе, Кирюх. Что такое? И кто там, я подумал, Кири, что это ты рассказывал там, куда ставить там на 30 хп камень. Нет, это не я.
Ну да, я уже понял. Молодец, ты в курсе, что я без Frost Resist дал? Ну, каплю-то. Да, здесь. Бафы жду. Каска МП5. Ну, 4 только каска. Кто-то каску и инту, пожалуйста, по паладину. Роту и каску ебаните по себе. Локу каску и дридом каску еще. По прото осталось. Тебя. Слушай, а что ты говорил? Кому там каплю давать, кто без резиста? Где метка по центру? Да. Поднимаю.
Ты понял, вот какие у меня молниеносные? Можете разбить войд? Да, естественно, я поставлю метку. Да, естественно, поставлю метку. Пидарас. Хуенчик, блядь. ОБР. Подожди, не падай. Поднимай, тут 4 БР есть, да? Без кока. Сержик, подними хотика, хотик, подними курю газету. Курю газета, подымешь певчего. Быстрее давай. Хотик, поднимай курю газету. Курю газету, вставай, ёбана в рот. Блять, без БР, сука. Ладно. У кого-то есть еще БР? Беги, малышка, беги! Ману, ману, залейте. Чувствуйте всю мощь господина! Трепещите смерть! Чё, БЛ? Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Я после, буду после двух глыб менять. Гласи скай, подними певчего. Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Бессильно! Лапу, каски, рейду дайте. Сейчас даю каску. Теперь, блядь, выйди под босса. Дайте, пожалуйста, еще один рост. Постарайся сразу этот вот меня сменить. Беги, малышка, беги! Второй шаман, который рост не давал, дай еще один рост для павших. Где, сука, танка, блядь? Да-да. Все, гимн отхил. Да, у каплю. Беги, малышка, беги! Вот так. Я хотел, чтобы мы упали. Где? Дал сакр для рейда. Наконец. Погибни. Вот обычный мне давай быстро на раз два. Бой-то, а вот.
Дай мне коготь, если никому не надо. Просто так. Да, не, я печеньку рулю. Коготь тебе нравится. Первого покорителя кто забирал? Ну, конь, я думаю, мой на этот раз, блядь. Слава, кому ты коготь там отдал, блядь? Хуя у него. Всё. Солчата выиграл человек, блядь. Внимательно смотрите на ролл. Ёбана в рот. 100 выкинул ролл. Раскройте свои глаза, посмотрите, кто солчата. Забрал почему? Слава, Игорь, раскидай, кто кому кидает сразу. Чего? Всем вальком, да. Я печеньку. А престол что-то не подписал, кто что ебашит, чтобы они тоже так же замедляли пытки свои. Я на подстраховке постою. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что ты убил душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Кто не спылит еще раз? Будешь молить о пощаде. Все понял. Я не буду слушать. Пришма, кто станет первым. Кто станет вообще Вальки? Доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Ладно, давай. Стали в звездочку. Хорошо, я поговорю. Не могу допустить, чтобы ты величайший служитель себя
Мелики, ловушка. ДД в звездочку. Чма 5 секунд. 3, 2, 1. Галат, чума. Куда ты не можешь, блядь? Не знаю, ты не можешь, конечно, охуенно. Забегай обратно в РДД зону. Ёба на ворот. Становись звездочку. Пизда. Ладно, стоим дальше. Выносим чуму в трэш с протопалом. Видите, где он стоит? Посередине. Так, БДК ловушка. Мелики перебежали РДД в звездочку. Чума 1 секунда. Курю газету, чума. И все. Тут... Все, короче, наверное, теперь нас не будешь ролить. Становись обратно в звездочку. Мелики, ловушка. Ёба на рот. Видите, где протопал с трэшем? Чего вы носите в мини-зону-то? Сейчас будет ловушка, потом чума. РДД ловушка, перебежали в звездочку. В РДД зоне шаркарь. Давай зубы на майфрейма. Зубы на майфрейма, ретрики каплю. Так, ловушка, милики. Проводи трэш. Встали в звездочку РДД. Еще дальше отведи трэш от рейда. 3% до переходки. РДД ловушка, встали в звездочку. Зубы. Ретрики каплю на протопала. Галат. Галат, чума. Все хорошо. Блять, а кто уголы? Нахуй ты там стоишь? Извините за мат. Исчез. Поднимайте протопала, у кого есть этот БР. Я не знаю, кого там нет КД. Поднимите протопала. Гласи Скай, поднимай. Диспелим чуму. Гласи Скай, сзади протопал. Поднимай его. Так, поведем на ману, ставим тотем. Кристи помогает сфере. Кто, сука, не будет бить сферы, получает ГП анрол на этого босса. Дайте пристабаф лапу по мне, пожалуйста. Помогите мне диспелить чуму. Помогаю. Нет, диспелить я буду чуму. Не пересмейте с рейдом. Так, Сержик, вылетел. Она выйти на лоу-стори. Ну, стаки. Сейчас прожмись. Зубы на Войда, если есть. 37 стаков. Становимся звездочку. Вот добили. Каплю дал на Войда, хильте хорошо меня. Встаньте в звезду все. Сова, звезду встаньте, чтобы в одной точке все вальки были. Добейте духа, играем валик. Все в вальки играем. Станы раздали. Вышли с подвала, играйте валик. Давайте рост. Осквернение 5 секунд. Осквернение мини-зоне. Тром добить. Трусы добить. Играем в лича. Становимся звездочку. Звезду встали. Так, ромб, трусы сейчас кто станет? Останил. А кто голы, ты станешь. На, все. Короче, забыл уже, кто что станет. Станьте нормально. Сейчас будет вальки, осквернение, к порталу. Выносим рейд, смещаемся к трону. Выбежали к звезде. QV, выйди, выйди. Сакру давай. А не, вальку взяла его. Вот сейчас тыло. Играем вальк. Замедлите кружок. Кружок играем. Кружок играем, эрдру. Ромб долейте. Так, долили, отлично. Трусы, до свидания. Центр все выйти, осквернение 5 секунд, потом в центр идем. Осквернение 1 секунда. Осквернение. Становимся звездочку. Встали в звездочку. Так, играем все вальки. Через трусы играем.
Короб играем. Встань, Ром. От уголы, Ром, встань. Сквернение 3 секунды. Трусы теперь. Становимся как на первых вальках. Идем в звезду все. Поворачивай лича. Сейчас будут вальки. Звезду встали. Сейчас будут вальки, потом осквернение. Через кружок играем. Кружок, Ром, осквернение. Вышли из центра все. А в бубен осквернение. Кружок, Ром. Через ромб играем. Ромб замедлить. Так, сначала будет осквернение, потом вальки. 10 секунд осквернения. После осквернения все в центр, станем валики, переводим мяча. Осквернение на хабе. Становимся как на первых вальках. Сюда встали. После валь все на край. Станем валики на край. Замедлите валик. Я замедляю валик, не ссы. Все на край. Так, Филиппес, давай гимноману. Все рейндж набрали. Ставим тотемы. Я такое дал, короче, если что. Ну, дайте. Кружок играем. Шарик играем. Сейчас там. Котик под. Хорошо. Залили Абубину иннеры. Сержик, Хотик, курю газету. Поздал уже. Молодец. Слава Украине. Играть. Что-то с игро у духов. Играйте только в кружок. Дал пристаба в лапу и каску по шаману. Добиваем только квадрат. За игру следим, шарик добить. Дот или лича сейчас. Духов не бить. Добили только квадрат. Входим в звездочки. Сова оставляем на комнату. Входим в звездочки. Он побежали далеко за угол. Давай сакру, сакры нет. Давай вот здесь станем и закинемся. За угол забежали. Нету гимна. Спели гимна хп. Пиздатые хилы. Пиздатый маг. Сержик, подымешь Хотика. Хотик, подымешь курю в газету. Подымай сразу. Осквернение в рейде. Сержик, подыми Хотика быстрее. Где он пишет? Чего? У трона. Хотик, подымешь курю в газету. Добили кружок, все к трону идем. Ушли с поддухов мелких. Ушли все с поддухов. На звезду никто не смотрит. Курю в газету, вставай. Отбежали от духов. Еще один раз умрешь, не ролишь через нас. Осквернение мини-зона. Взрываю духов. Ты идем к порталу. Так, курю в газету, подымай. I'm sorry. Где молок СС на Войт Найт? Я его поднимаю, короче, сход уже захиливает. Захиливайте лишь 10 секунд есть. Встанешь после комнаты. А не, сори, вставай прямо сейчас, будешь бить лича. Давай. Давайте в звездочку. Бля, 4 хила, вы будете хилить? Такое ощущение, что Холи Пал и Эршам в комнате. Мне ж прям самому хочется похилить.
А, у вас ДЦР, блин, я понял. Еще легче. Я трошки побыл, забыл на це. Ха, я уже полляму лечу съел. Сейчас мы выйдем с комнаты, духи пойдут на нас, будет осквернение. Все идем к порталу, осквернение в центре комнаты. Спрятались за лича. Дайте каску могу. Отпала БДК. Молю отдается. Бэрип нема. Ну, газета БР есть. Газета подымал уже. Осквернение. Я повзрываю духов. Валера, ДНК потом. Все к трону идем. О, не к трону, к порталу. Перепутал. А, у меня КД на точку. Филиппец, идешь взрывать духов. Окей. Так опасно все проносим, да? Вот это упадет с первого раза. Давайте по стенке в угол вжались. Побежали. Лимошка получает урон от бомбы. Остается 10% хп. Можно дать. В бабле. Что в бабле? Получаешь урон в бабле? Нет. Нормально. Осталось пережить две комнаты. Потом паролем Теренаса, дадим советскую скутов. У нас будет выход с комнаты. Я, блядь, рекламу. Осквернение на черепе. Отбежали. Давайте все к порталу. Дайте на ману чай. На ману тебе дать? Давай гимноману спой, держи. Все, идем к трону, добиваем последнюю комнату. Свернение 3 секунды. Кто-нибудь еще бог подавайте? Классно, ступенька, сканение, блядь. Спасибо певчему, что сдувает духов. Идем все к трону, к порталу. У меня нету звездочки, у всех начинается паника, да? Ну чё, Хан, включай ауру скорости. Нормально, погнали. Включи, пожалуйста. Хотя бы на последние 5 секунд. Умоляю. Я включил. Осквернение, I'm sorry. Пойду взрывать. Пойду взрывать духов. У вас есть кайне уважный. Ебать, ну что ты нахуй до персы да не даже забрал? Я еще и доп не пе, не вот. Да какого нихуя, на ком мы вайпнулись? Почти без вайпов, да? Так вот. Вайпов не было, блядь, доп и пе никого не ебет. Доп и пе, вайпов не было. Давай, давай, Иван. Не, ну блядь, ну вот, вайпов не было, доп и пе, блядь, все, все по. Все по чесноку, блядь, не наебнуться. Не, не, это, вайпов, это у меня нас не было. Должны. Я не знаю, просто вайпов реально не было. Отвечаю, не было.
Да, не шутится, прослеживай. Наступи, ПП. Ты привел старших воинов, которых знал мир. И дал их в мои руки, как я и... Чуть-чуть некоторые пули падали, но жили же на всех басах. Да, предлагаю кинуть Галата на лут. Стану плохим человеком. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. А газету, блядь, ты забыл, то, что он хуёвый, да? Как самый, сука, хотя я третий. А сирот пойдёт от их рук. И ты... Нет, он жил до того уже. Ну, курю газету, отработал ветеринар. Пиздец, я копьем накидал 300к по духам. Да, не, ну, может быть, Сержик духов в комнате, а курю газету бил везде духов со своим звездопадом. И гнев. Звездопад только там в комнате, слышишь? Я звездопад давал только в комнате. Невозможно. Скидал. Ну, если у совы 762 тысячи, это означает, что он не только в комнате бил. Я звездопад только в комнате по КД кидал. Наконец я свободен. Все кончено. Не знаю. Почему ты, блин, обращаешь на такую внимание вещь, когда вон, при, на первой фазе люди выносят вообще не в... Почему ты, да, не знаю. Как лев пред агнцами, и не дрожат они. Им не ведал страх. Ну, лев агнцы на первой фазе. Два прилива. Два прилива. Такое бывает вообще? Да. Прилива? Да, жизнь это не у каждого. Охуеть. А чё, сука, бой, блядь, повис? Ну все, два человека ролило, а давай им за 50% каждый. Да, 703 ГП, 703, запомни цифру. Молодец. Колочек там еще. У всех бой висит? Не, да. Ну, я конячку сюда и обычный токен на раз-два, быстро, блин. Ну, Войт, давай не тяни, блядь, кота за... Так, два, четыре... Че, погнали рай случай. Коня гони, Войд. Майфрейм, блядь, в прошлый раз ролил, ты меня запустил на бороду, блядь. Так что, блядь, давай, блядь, отрабатывай долги. Все, моя коняшка, Галат. Хилить научись, сперва, блядь. Нормально вообще ты хилил, блядь. Да нихуя ты ничего не хилил. Да, что ты хилил? Я уронил, блядь. Вообще ГП, блядь. Кик сервера, кик с планеты, блядь.
Да он чайником хуярил весь бой, блядь. Хуёв ему не коня, пиздец. Дай ему коня и все, но в следующий раз просто не бери этого человека в рейд, потому что... Ну, не знаю. Да не на будущее, просто говорю. Да, цепуха 50%. Просто... Не, я не говорю за этот рейд, я говорю в будущем, если опять напишет вот такой чел, то лучше не стоит брать его. Я говорю, это мне на берету, слышишь? Вот, мне на берету, короче, забав, ну, с доп ЕП на берету, блядь. Я проверю, блядь. Шо, что только лучше, блядь. Сейчас. Грусть. Да накидывай сразу, никто не писал, что на кого-то другого перса получает ЕП. Ну вряд ли. Я не писали. Ну блин, никто даже не писал. Накидывай сразу, чтобы поставить скрин с этим ЕП, чтобы потом уже смотреть, кто нарушает правила. Не ты не, давай быстрее. Потом Триси всех споймал и по писам будет. Ой, ты на берет начислил мне, блядь. А то я захожу уже проверять, смотри мне, блядь.